Сюжеты футболиста карьеры полностью вымышлены. Всякое сходство с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь» и это обзор 5-го сезона «Карьеры за игрока». Поехали! 5-й сезон начался у нас с сенсационного перехода из Манчестер-Сити в мадридский Реал 4 августа 2023 года за 61 миллион 900 тысяч евро. За мадридский Реал мы отыграли 17 матчей, в которых забили 19 голов и отдали 9 голевых передач, 8 раз становились лучшими игроками матча и 10 раз попадали в команду недели. Во время нашей игры за мадридский Реал сборная России смогла отобраться на чемпионат Европы 2024 года. Ну и из-за слабой игры мадридского Реала в чемпионате мы решили перейти в команду, которая занимала первую строчку на тот момент. А в чемпионате Испании это был мадридский Атлетико, поэтому 3 января 2024 года мы перешли в мадридское Атлетико за 51 миллион 200 тысяч евро. За мадридское Атлетико мы отыграли 30 матчей, забили 31 гол, отдали 17 голевых передач, 13 раз были лучшими игроками матча, 10 раз попадали в команду недели. И именно в мадридском Атлетико мы дважды становились лучшими игроками месяца в чемпионате. Ну и полностью за весь сезон 2023-2024 мы отыграли 47 матчей, забили 50 голов, отдали 26 голевых передач, завоевали Суперкубок УЕФА с мадридским Реалом, чемпионат Испании с Атлетико Мадридом и Лигу чемпионов с мадридским Атлетико. Вот такую карточку мы получили за то, что стали игроком месяца в феврале 2024 года в чемпионате Испании. Ну а это уже карточка за игрока месяца в апреле 2024 года в чемпионате Испании. Ну и как за такой сезон мы не могли не получить карточку команды сезона. Мы стали лучшими бомбардирами, у нас золотая бутса сезона 2023-2024. 37 мячей мы забили в одном чемпионате, как за Реал, так и за Атлетико мы забивали. Ну и стали еще и лучшим игроком сезона в чемпионате Испании. Ну и вот такую карточку мы получили за то, что выиграли Лигу чемпионов в составе Атлетико Мадрид. Ну что же, и вот так вот у нас прокачался наш игрок за весь сезон 2023-2024. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.